Друзья, друзья, всему хорошему, как, впрочем, и всему плохому, когда-нибудь приходит конец. Я рад тому, что все из вас получают в этом году аттестат. И надеюсь, что школьные годы запомнились вам как лучшие годы вашей жизни. Запомните, хорошие люди действительно помнят всегда только лучшие. Ну, а плохие замыкаются в своих несчастьях. Те оценки, которые вы получили в школе, ни в какое сравнение не идут с теми оценками, которые может выставить вам жизнь. Поэтому я хочу, чтобы вы по жизненным дорогам шли, получая только высшие баллы. Выбирайте любую дорогу, но главное, чтобы это был путь добра, чести, справедливости. И помните, что каждый ваш день должен быть насыщен желаниями постигать что-то новое, великое, неизведанное. Пусть ваш жизненный путь всегда сопровождается наличием большого количества настоящих друзей. И еще одно. Помните, что если вы бросите грести веслами, то вас жизнь или река жизни будет непременно сталкивать назад. Поэтому гребите изо всех сил. Пусть ваши все желания сбудутся, пусть ваши планы не будут нарушены какими-то обстоятельствами. Будьте счастливы!